Ассаламу алейкум. Я гражданин Азербайджана, доброволец полка Азов. Благодарю Украину за оказанную возможность защищать свой дом и свою семью. Bütün Азербайджан vatandaşlarını Украина халкını desteklemeye çağırıram. Обращаясь к Кадырову, с каких пор предатель своего народа имеет право обращаться к народному избраннику? Замечу, что к народному, а не ставленнику Путина, который отправил своих кадыровцев на смерть. Твоя храбрость только на словах, как и твоя честь. А украинский президент вместе со своим народом. Ахмат не сила, Ахмат в гробу. Аллах рахмет алясин. Да здравствует Ичкерия. Саграй лезгиар. Слава Украине. Героям слава!